Зима дорожным работам не помеха, поэтому строители уже трудятся над устройством монолитного моста. Переправа станет началом дороги, которая соединит села и деревни Терингульского и Кузоватовского районов. Начальник участка отмечает, из-за того, что зима в этом году выдалась теплой, забивку свай начали раньше. Это начало участка, начинается она с моста, и потом будет соединять две деревни, Старая Ирекла и Ираклинский участок. Протяженность дороги будет 6 километров. Это один из 5 капиталоемких проектов дорожно-транспортной инфраструктуры, которые будет реконструировано в этом году. Капиталоемкие проекты требуют огромных вложений, средств и сил. Сюда входит не только строительство дороги, но и подъездных путей, мостов, остановок и других дорожных объектов. Так планируется строительство трассы Цивильск-Ульяновск-Новая Воля. Она обеспечит выход на федеральную трассу. Еще один объект – устройство кольцевой развязки в Инзе. Решение о ее строительстве принято для того, чтобы увеличить пропускную способность на участке и обеспечить безопасность дорожного движения. Будет построен мост через реку Борла у села Малое Борло. Также в этом сезоне предстоит реконструкция дороги по улице Маслова в Засвияжском районе Ульяновска. Для начала всех работ из федеральной казны в регион будет направлено почти 230 миллионов рублей. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.